Да вот такой у нас получается шулюм. Сегодня уже 12 декабря 2023 года, час ночи. Все готовим, стараемся, чтобы был вкусненький. Красотуля, вообще такой вкус обалденнейший. Вот вместе с ними готовим, с нашими знакомыми ребятами. Вот. Говяжьи копытки. Говяжьи, телячьи вообще. Просто обалденнейший вкус. Просто вкус обалденнейший. Кто готовит хаш, кто готовит холодец, ну очень вкусненько получается. Очень вкусненько, просто очень-очень-очень. Вот уже курица вроде уже разварилась, как суповая курица была. Вроде уже разварилась, уже да, уже на куски уже разваливается. Да, курочка уже подошла нормально. Копытки уже говяжьи уже внизу уже созрели. Все я уже чувствую уже, все уже. Вот они уже. Все уже отходит. Мясо от костей. Вообще уже красотень. Все уже красиво, все нормально. И наши знакомые тоже уже. Вкусно, аккуратненько, да, вообще молодцы. Всем приятного аппетита!